呀。Селедку сожрали. Пельмени без селедки. И пельмени без мяса, без фарша. Без теста. Ну, вот так вот и живем. Как все. Пойду череп сейчас сушить. Чердак свой. Еще в холодильнике курица есть. Еще ее никто не ел. Мы ее вчера испекли и забыли про нее. Она у нас так и начинала в этом. В духовке. Охренеть. Иди сюда. Мама, мы покупаемся. Я за... Скажи мне, пожалуйста, когда ты себя будешь вести хорошо. Хорошо. М? Я сейчас буду себя вести хорошо. Может, хватит? И кота. Хер один, мы так и живем, как все. И не выпендриваемся. Не надо строить из себя. Хватит. Хватит. Иди попей. Якота, Якота, уйди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Нет, Якота не похоже. Ой, что, у меня башка болит сзади, вот это вот место. Вот тут как будто мне кто-то так вот дал. Или не додал. Пойду-ка со Сникерсом. Сникерс, кусочек откуси. Я сейчас дам намек. Ну, не для нее. А мне надо туда идти. Вы знаете передачу «Перец» есть? Там озвучки. Видео короткие. Из соцсети есть ТикТока, там оттуда, сюда. Канал «Перец». Это там стоит, разговаривает ведущий-то постоянно. Это, в рифму говорит слова-то. Ну, по видео. Была коза, стала нереза, там, хромолога я убирала. Ну, такие. Мне надо туда идти. Зуб даю. Проканаю. Кастинг приду сразу. Вы там маляву киньте насчет меня. На подработку. Сейчас туговато. Подрабатывать приходится. Я вам давала. Это я еще магний. И то втихаря взяла. Я всем покупаю и раздаю. А мне ели. Ну ты же знаешь, что я лучшая мать на свете. Я последняя отдам своему ребенку. Кушайте. Все, отнесла в школу сегодня пакет. Угу. Ну все, ладно, молодец. Пошла башку посушу, жопу подотру, под глазами подчешу, под коленкой завяжу и спать пойду. А то как же с таблетки у меня давление. Вчера половинку последнюю выпила, все.
старость не радость. Скоро будем рекламировать аптеку. От нервов. Валериан. Ничего. Все мы там будем. Я имею в виду в аптеке. Когда время придет. Все мы будем стоять на очередях, не дай бог. Скоро на праздники будут дарить не подарки, а лекарства. Вот так вот. Витаминчики там. Слабительное кому. Ты не померяй температуру, чё сидишь, как шань говорёная? Ну и всё тогда, не сиди передо мной. Чё сидеть, выпендриваться? Иди уроки делай. Мы так и не дорассказали, я там не доснимала. У них этот был, как она называется? Как она? Прямой эфир, короче, в классе. Да. Извините, пожалуйста. И вы в натуре берега попутали там, или что? Реально. Вы детям зачем такие пакости пишете, тем более в классе? Дине стрёмно, она пришла, я ей сказала, я говорю, тетя Марина, говорю, мне WhatsApp написала, сказала, что тебя увидела в прямом эфире, сердечки тебе посылала. Тетя Марина, привет. Она, мам, знаешь, что нам там писали? Я говорю, что? Ну, как, говорит, обычно. Вы думаете, ребенка обидели? Вы себя показываете, какие вы вот настолько низкие, что вы даже ребенка сгноить готовы обосрать. С нее не убыло. Сидит целикохонькая, целивохонькая. Валехонькая. Ой, сами себя показываете. Да ведь?